Дамы и господа, потери рюкзак синего цвета Nike. Внутри карточка с именем Никита Шейко. Если кто обнаружит, просьба принести. Вообще красиво сейчас было. Что, давай секундировать им. Категория 2004. Не знаю, кому хочешь. Баллы нужны. Приглашаются. Один не получится никак. По-моему, Миша его раздевает. Сергей Гончаренко, Илья Костюмин, Вячеслав Мутков и Ярослав Полковский приглашаются в зону награждения. Категория B, синий пояса, Руслан Гордеев и Геннадий Коля приглашаются в зону награждения. Для меня бэкстеп это единственное движение, которое я могу делать с две стороны одинаково. А вот тирада только в одном. Категория Ги, белые пояса, мастер один. Зону награждения приглашаются Эль Тим, Александр Сиси, Игорь Абалев, Александр Ильчак. Сделай осадку. И теперь разворачивай его позвоночник на себя грудью. И давай его только отдыху взять. Да, да, продавливай вперед, да. Да, забуди вперед, Вин. Треугольник поменяй. Поменяй, вот так. Разворачивай его на спину, Мишань. Разворачиваешь на спину, вытаскиваешь колено. Локоть поднимай и раскатывай на спину. Еще иди, пойдет. Аккуратно, он сейчас будет под тебя колени засовывать. Это ты должен сделать очень аккуратно. Жопу ниже, ногу балериной. Отлично. Есть баллы, надо коленку, живот и спал. Давай, кроссфейс. А, хлеборезочка? Ну тоже ничего. Миша, 20 секунд показывай, что ты работаешь. Порадуй рефери. Алексей Ёшин приглашается
А знаешь, как по глухонемому работает? Матамеда Дулаев и Владислав Кузьменко ожидаются в зоне награждения. В тяжелом. В каком-то тяжелом. Сотка. Вот они оба такие богатыри.